Законность и правопорядок, защита прав граждан. На это в прошлом году направила усилия прокуратура Чувашии. Итоги работы в 2017-м подвели сегодня во время заседания коллегии. Заседание коллегии посетил начальник генпрокуратуры в ПФО Алексей Юмшанов. Его руководство республики поздравило с недавно присвоенным чином госсоветника юстиции. А затем приступили к цифрам и фактам, наглядно демонстрирующим итоги работы прокуратуры за 2017 год. Выявлено было общими усилиями непосредственно прокурорами 2733 нарушения законодательства о противодействии коррупции. В целях их устранения принесен 661 протест. Суды направлено 86 исков, внесено было 981 представление, по которым 956 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Все эти результаты значительно больше тех показателей работы, которые были в 2016 году. Усиленные меры в 2017-м принимали, чтобы снизить общую задолженность работникам по зарплате. За год долг сократился на 230 миллионов рублей, стал меньше почти в 4 раза. Одним из результатов совместной деятельности является снижение общей задолженности работникам по заработной плате на предприятиях. Хотя по отдельным предприятиям есть социальная напряженность, мы отслеживаем, соответственно, и когда нужно решение волевые принимать, и будем принимать. Результаты принесли и ежегодные прокурорские проверки. Например, в сфере ЖКХ 81 руководитель управляющих компаний привлечен к административной ответственности за незаконные сборы денег. План прокурорских проверок уже обозначен и на 2018 год. Ирина Волкова, Расиль Мухаметов, Республика.